Семена лихниса микс, лихнис микс, высевают в апреле на рассаду, в открытый грунт, в мае. Для быстрого роста, обильного цветения выбирают солнечное место, рыхлую почву. Используют для украшения бордюров, сада, клумб, газонов, террас, уличных вазонов. Отлично сочетаются с другими декоративными культурами. Высота куста достигает 1 метра. В июне появляются цветы, собранные в корзинке белого, красного, розового окраса. Цветет растение непрерывно до самых холодов. Многолетник на одном месте может расти до 5 лет. Не требует особого ухода, хорошо принимается, устойчив к заболеваниям. Лихнис микс – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Лихнис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. В качестве места выращивания лихниса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лихнис микс в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.